продолжается акция «Чиновник меняет профессии». Многие представители органов власти, которые сегодня занимают руководящие посты, начинали свой путь именно с рабочих специальностей. Акция прошла на территории ОАО «Бельский дом». После 10 класса пытался поступить на институт, но не получилось. Пришлось идти мне работать на стройку. Начал работать учеником-плотником. Вот проработав там 2 года, специальность плотника освоил 6-го разряда. Стекольчика 6-го разряда и паркетчиком, конечно, 5-го разряда освоенный мне. В начале 90-х годов я купил себе станок, я дома столярные работы стараюсь сам делать. Люблю я такую работу. А вы когда вот начали работать плотником, вы как-то думали, что когда-нибудь станете министром? Я хотел военным быть, но не получился военным, но стал уже после армии. Работал трактористом, мастером работал после этого. На каждой станке есть своеобразное, получается, программное обеспечение. По отдельным станкам трудно найти по Уфе вообще специалистов. Нормальная профессия, пожалуйста, приходите. Вакансии есть, работа есть, заказы есть. А какая это работа? Средняя по Башкирии. Ну, в районе где-то 20.